высаженная вишня, мы от нее отступили 50 метров, и вот здесь мы должны сделать новый объект для детей. Но для этого надо будет вот это все убрать. Это далеко не вишня, наверное, да? Вишня у нас там, поэтому нужно будет, сейчас придет весна, все почистить, облагородить. Да. Значит, чтобы этот палисадник из высаженной вишни, он выглядел как вишня, отделить его отдельным контуром и сформировать земельный участок вот здесь. Значит, часть тополей аварийных нужно будет удалить, потом мы компенсируем, поставить здесь на этом месте каток, где сейчас растет репей, а не вишня, это репей. Поставить здесь каток, заодно здесь будут дети, голуби, значит, здесь речку почистить, вот здесь дома, дети будут ходить кататься вместе с жителями, лыжню нарезать. И у тебя будет сформирован новый хороший земельный участок с новым объектом, который не просто украсит Новобайдаевку, но и привнесет в нее новую детскую жизнь. Согласны или нет? Абсолютно. Ну все.